Христос воскресе. Когда я стал ходить в церковь, однажды со своим верующим другом после службы мы отправились на реку, где гуляли и говорили о вещах, которые обычно волнуют молодых людей, недавно пришедших к вере. Говорили, с собой у нас была пластиковая бутылка с газировкой. Мы гуляли, говорили о вере, пили газировку. Когда она закончилась, я захотел выбросить бутылку в кусты, но мой товарищ мне этого не позволил. Нельзя, говорить мусорить на природе. Это грех. Взял у меня эту пустую бутылку, и пока мы были на реке, он нес ее в руках. Долго. Только когда мы вернулись, он выбросил ее в мусорный бак. Мне его щепетильность тогда показалась смешной. Я искренне думал, что выкинуть бутылку куда-нибудь в заросли крапивы или кусты очень даже можно. Спустя буквально небольшое время прочитал у святителя Николая Сербского о том, что как желание, мысли и страсть действуют на все тело человека, так и сам человек, его характер, настроение, его вера, его нравственность действуют на природу. Человеческая злоба может наполнить и природу злобой, а милость, сострадательность, милостью и добротой. Наши верующие предки искренне верили, что дождь, засуха, урожайные голодные времена, здоровье и болезни зависят от красной чистоты народа. С верой понемногу к этому начинаешь приходить. Раз называешься царем природы, имей смелость отвечать за царство, данное тебе Богом. А не мусори вырубай, тащи и губи. Имей смелость отвечать за тех, кого приручил». Помню, когда с дедом в детстве ездили за березовым соком, он всегда замазывал отверстия садом варом. А как иначе ведь березы могут заболеть и погибнуть? Попробуй у него на глазах просто так ветку сломай, так задаст, мало не покажется. Так во всем. Правой берешь, левой возвращаешь. Тогда природа отвечает взаимностью. А если ведешь себя как самозванец, хапуга и мелкий пакостник, то природа бунтует такому к себе отношению и вместо смоквы рождает колючки и тернии. Как писал святитель Николай Сербский, к святым людям природа всегда милостива, к нечистым и злонамеренным беспощадно. Народы, объявившим природе войну, навлекли на себя бесконечные беды, ибо тот, кто разрушит мирные отношения с природой, неминуемо нарушает и доброе взаимоотношение с Богом. Для верующих это становится очевидно, поэтому когда с природой что-то не так происходит, надо не ужасаться, а в зеркало внимательно присмотреться. Такие дела.